Реанимировать условного пострадавшего и как можно скорее доставить его до кареты скорой помощи – это лишь один из этапов конкурса профмастерства, который медработники Мирнинского района отметили свой профессиональный праздник. Впервые в конкурсе приняли участие врачи не только из подразделения «Алросы», но и муниципальных больниц. Ивана Филиппова наблюдала за тем, как спасают условных пациентов. Круто мы попали сюда, и сейчас мастерство свое покажем для вас. И жизни спасают, и на сцене блистают. Так можно сказать о каждом участнике конкурса профмастерства медицинских работников. Всего участвовало 6 команд. Айхальской, Удачнинской городских больниц, медслужб «Алроса» и Центральной районной больницы. По условиям конкурса в состав команды вошли врач, фельдшер и медицинская сестра. Сам конкурс провели в 2 этапа. В теоретической части участники ответили на тестовые вопросы. Конкурс, конечно, необходим. Что там говорить? Он действительно выявляет самых лучших, в том числе он, конечно, престиж нашей профессии поддерживает и как бы ориентирует нашу молодежь идти в медицину. Творческое задание, визитка и ситуационные задачи. С заданиями справились все участники. Быстро воскресить человека и доставить до кареты скорой помощи. Лучшее время показала команда Центральной районной больницы. Все они работники с многолетним стажем. Работаем много лет, спасаем жизни много лет. Поэтому нам, в принципе, было все знакомо. Да, поэтому у нас все получилось. Определить сильнейших было непросто. Ранее полученные баллы сыграли свою роль в финале. В итоге лучшими медработниками названы представители Центральной районной больницы. Медицинскому учреждению в этом году исполняется 60 лет. Ну а болельщики и участники первого районного конкурса профмастерства увидели коллег с другой стороны. Оказалось, они не только лечат, но и выступают на сцене. Кто же объединит медиков, да, по профессиональному признаку, если не профсоюз «Профалмаз»? Конечно, мы будем стараться, ну, больше проводить таких мероприятий. Ивана Филиппова, Роман Ларин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».